fancy bumping Какая неожиданная встреча. Собираешься найти некоторые ответы из своей прошлой, не так ли? У тебя очень знакомое лицо, и используешь тем же силой. Но прошу прощения. Мы знакомы? Те же силы? Не смеши меня. Из-за этого маленького погружения в озеро ты немного задерживалась. Я уже 20 лет сияю и искраюсь. Это жалование от матки достойного противника. Пожалуй, ты подходишь на эту роль. Ты уже меня разочаровала. Я так долго ждала этого момента, но ты забыл свое предназначение и впустую потратила 20 лет. Ты права, у меня проблемы с некоторыми воспоминаниями. Не скажешь мне любезности с начала с самого начала? Два наблюдателя, два глаза мира. Они есть сила настоящего за всем. Жанна, как наследница клана, тебе пришлось мне доказать свое право сражаться под именем теней? Ты можешь выбрать противника своего усмотрения. Тогда дайте мне биться с изгнанницей. Нет, это недопустимо. Дитя не является чеснокровной. Бросить ее вызов, ты нарушишь принципы нашей веры. Мы уже первый раз встречаемся друг с другом. Что? Ты выйдешь со мной на эту священную арену? Но если ты и я должна, то полагаю, у тебя есть для меня мелочи взамен. Ты же знаешь, как я люблю мягкие игрушки. Ha!
Жанна. Have I had enough?
Стой! Ты веришь в судьбу? Судьба вела нас здесь вместе, и она никогда нас не разлучит. Твою мать, я сказал стой, я попробую настрелять на поражение. Черт, куда он делся, этот хрень? Сайонара. Сайонара. Духи, пиар-цирк. Какой восхитительный цветочный аромат. С легкой нотой розмарина. Знаешь, на язык цветов розмарин означает подарок на память. Не совсем тебе подходит, не так ли? Байонета. Черт! Может, хватит? Этот маленький жучок на Энзо был неплохим приемом. Судя по тому, что ты здесь, я полагаю, он был не один. А ты просто развел. Не так ли, мой маленький шутинский котенок? Я не твой питанец. Меня зовут Лука. И это имя лучше запомнить. Черт! Черт побери, подожди. Ты не можешь просто так убеждать от меня. Я знаю, что тогда я видел. Я знаю все таких, как ты. Конечно, коллеги смеются тому, что я верю в сказки. Помню всего прошлого. Но я знаю, что это правда. Я знаю истину. Это запах. Это же самый запах, который убили моего отца. И это значит, что я уже на пороге. Вайонета. Я открою тебе маленький секрет, Чешир. Меня зовут Лука. Тебе нужно тренироваться свое обаяние, дорогой. Духа нет, розмарина. В конце концов, розмарин отпугивает демонов. Repellent.
Ты бежишь только от того, что у тебя есть от чего убегать, от меня, но ты не сможешь делать это вечно.
Еще одна пластинка. Работает той
изменял движение. Но мне нужно ли меня жить? Все равно было скучно. Пойду доведу кого-то до нужного комбинации. Потребуется время, чтобы довести вещицу до ума, но выйдет конфетка. Без воза ее с умом. Thank you.
Ha!
Ты в полную наигралась в прятки, мой маленькая солетливый люк. Всего лишь ребенок? Зачем ты бегаешь по всему Пингрейду? На твой явно воскресный наряд. Thank you.
Oh,